Привет, сейчас я буду делать пакет трейсер 10.2.1.4. В прошлом задании мы изучали такой протокол, как STP, здесь у нас NTP. Этот у нас протокол связан с настройкой времени на устройствах. Ну и нам сказано, что у нас на сервере NTP уже настроено этот протокол. Для этого переходим в сервер, сервисы, NTP. Вот он у нас. И мы видим, что он включен. И показывает точное время. Можно даже сверить. Дальше. Закрываем N1. И нам нужно будет настроить эти два устройства, чтобы они принимали время и настраивали время на себе, так же, как на этом сервере, который будет давать им через протокол NTP правильное время. Давайте настраивать. Заходим в R1, командная строка, enable, configure terminal, NTP server, и вводим IP нашего сервера. Я его скопирую, так как он у нас будет для обоих устройств такой же. Все, вводим. Теперь давайте на R2 сделаем также одновременно. Так вот я, так, R2, открою обратно R1, все. Давайте вот так вот их разместим как-то. Командная строка, enable, configure terminal, NTP, сервер. Вставляю IP-адрес NTP сервера. И теперь они должны были уже синхронизировать время. Также здесь примечание, что если мы будем делать эту операцию на физических маршрутизаторах, а не в пакет-трейсере, то есть в жизни, то нам нужно будет подождать несколько минут, пока на R1 и на R2 синхронизируется время с NTP-сервером. Давайте проверим время на R1 и на R2. Для этого просто show, выйдем отсюда, show clock. И мы видим, что у нас время пока что не настроилось. Можно нажать кнопку вот эту, подождать, пока все синхронизируется, и попробовать сделать эту команду еще раз. Видим, что теперь у нас настроилось время. Теперь оно правильное, и дата, и все настроилось правильно. Так же, как и на R2. Show. Можно do. Show. Clock. И здесь пока что тоже не настроилось. Нажмем вперед. Еще раз команда. И теперь у нас здесь тоже настроилось. Ну, на этом задание закончено. Мы настроили часы на обоих устройствах через протокол NTP. На этом все. Пока.